Сегодня вариантов для оснащения кухни теплой водой чрезмерно много. При этом многие покупатели по объективным причинам выбирают именно проточные водонагреватели. Впрочем, и они бывают разными. В нашем рейтинге проточных водонагревателей 2024 года представлены как газовые, так и электрические модели, каждая из которых имеет свои преимущества и недостатки. Более того, мы прекрасно понимаем, что многим пользователям вполне подойдет кран-водонагреватель, хотя этот тип оборудования нередко остается незамеченным. Приятного просмотра! Открывает наш топ-5 проточных водонагревателей для кухни кран серии Electrolux Taptronic. Это достаточно надежное изобретение, подходящее для разных условий эксплуатации и имеющее стильное исполнение. Мощность крана водонагревателя составляет 3300 Вт. Этого хватает для мгновенного нагрева воды. Устройство получило аккуратный экран, на котором отображается температура, и удобную ручку для регулировки потока. В износостойкий излив установлен аэратор, что добавляет дизайну элегантный вид. Важно, что этот водонагреватель способен работать с давлением от 0,4 до 6 бар. Реализована хорошая защита от перегрева и включение без подачи воды. Следующим в нашем списке надежных проточных водонагревателей следует классическая электрическая модель под мойку серии Stiebel Eltron. Аппарат выделяется на фоне аналогов скромными размерами и стильным внешним видом. Реализована автоматическая регулировка мощности, исходя из температуры и напора. Корпус изобретения защищен по стандарту IP25. Мощность водонагревателя составляет 10 000 Вт, чего хватает для обеспечения производительности в районе 1 литра в минуту при температуре вплоть до 55 градусов. Следует отметить предельно простую установку, о чем свидетельствуют многочисленные отзывы покупателей. Рейтинг проточных водонагревателей пополняет модель Electrolux серии Flow Active с мощностью в районе 8800 Вт. У этого прибора отличная автоматика, которая позволяет контролировать температуру воды в диапазоне от 30 до 60 градусов. Если внимательно изучить отзывы, то многое зависит от давления. Во многих многоэтажных домах максимальная температура едва ли доходит до 45 градусов, чего тоже вполне достаточно для использования на кухне. Достаточно надежный водонагреватель дает производительность до 4 литров воды в минуту. Нагреватель изготовлен из нержавеющей стали. Естественно, есть защита от коррозии. Кроме того, производитель оснастил технику датчиками для предотвращения перегрева водонагревателя. Если вы ищете газовый проточный водонагреватель, рекомендуем обратить внимание на модель серии Ariston Fast Evo, мощность которого составляет 19,5 тысяч Вт. Прибор отличается небольшими размерами и достаточно качественной сборкой. Водонагреватель может греть до 11 литров воды в минуту в диапазоне от 35 до 65 градусов. Техника оснащается автоматической диагностикой, которая отвечает за защиту от перегрева, замерзания и чрезмерного нагрева воды. При фиксации мелких сбоев техника отключается автоматически. Важно, что установленный теплообменник изготовлен из меди, которой не страшна коррозия и прогорание. Управление осуществляется за счет сенсорных кнопок, а все показатели отображаются на небольшом экране. Лучший проточный водонагреватель для кухни 2024 года – модель Oasis Glass 24ZG, привлекающая доступной ценой и оптимальной производительностью на уровне 10 литров воды в минуту. Температура воды при этом около 50 градусов. Агрегат имеет мощность в районе 21 тысячи Вт. Есть небольшой экран, а также три механических переключателя для управления. В надежности сборки сомневаться точно не приходится. Еще одним достоинством является автоматический поджиг, работающий от обыкновенных батареек. Теплообменник достаточно качественный, как и другие детали сборки. Судя по отзывам покупателей, этот водонагреватель имеет продолжительный срок эксплуатации. Если контент был полезен, не забывайте подписываться на наш канал.